Добрый день. Получили мы посылку с агромаркета. В этот раз я заказывала семена, капельную ленту и разные удобрения. Посмотрим. Так, семена. У нас здесь идут пакетики свеклы. Потом у нас есть еще редиска. Здесь у нас идут огурчики. Горох. Лук, томат, петрушка, арбузики наши и разные цветочки. Дальше у нас идут удобрения. Это я брала для морковки и свеклы разных. А, еще там пишут для картошки. Дальше у нас идет удобрение для тут огурчики и кабачки. Для саженцев и рассады. Кстати, там вот эта вся пачечка разводится на 450, некоторые на 250 литров. Тут у нас идут перчик и помидоры. Дыни, арбузики. И капуста. Тут она разводится на 450 литров. Вот видите? И сзади есть полноценная инструкция, как, что и когда удобрять. Так, и будем пробовать. Это я взяла капельную ленту. Тут идет 50 метров. Моточек небольшой. Лента. Ну, так, где тут эти дырочки? Ага. И вот тут вот видно очень хорошо. Там есть пластмасска, так что думаю, не порвется. На несколько лет хватит. Так, вот наши заказики, посылочки. Спасибо, Агромаркет. Было все доставлено вовремя, полные комплектации. Отдельное спасибо за ваши цены. Всего хорошего, до свидания.